канал Анжела Жени представляют. Лучше бы не представляли. Так, ребят, я сюда натерла чеснок. Хочу сделать огурцы. Как они правильно называются? Битые, не битые. В пакете, короче говоря, огурцы хочу сделать. Женька у меня любит. Вот такие огурцы. Режем пополам. Этот у нас длинный, мы положим, порежем его вот так. Вот так. А, подержался. И вот так, еще напополам. Чем они у нас будут тоньше, тем они быстрее просолятся. Папулю отрезаем. Так, это три части здесь. Тоненький, просто на четыре. На четыре части. Так, чеснок у нас здесь есть. Нужно вот так. А? Так, у меня есть укроп, и я вот эти хвостики вот сюда и немножко укропа. Петрушка у меня есть. Петрушка, кинь вот здесь. Вот они немножко добавили. Это у нас петрушка. Нам хвостики нужны. Сюда. Вот это. Что же хвостики? Вот так. Ну, я перенесли, положили много мяса. Я не думаю, что будет вкусно. Вот как вы думаете. И мяту положим. Вот что-то мне зелень нужно. Так, острый перчик, немножечко. Все. Зеленушку все собираем. Ничего, чесночек. Все, теперь сюда соль. И много соли. И сахара немного. Две чайные ложки сахара. Я добавила, ребят, две чайные ложки сахара. И чеснок остался, но сюда, не сюда. Порежем его сюда. Еще здесь. Все это дело хорошо перемешиваем. И все, я оставлю миску. Соль немножко, немножко подать. Соль еще немножко добавлю. Марина! Вот так. Вот так, вот так. Все, ребят, к вечеру или завтра. Вот готовы. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал.